Всем привет, с вами СивПро, и сегодня покажу магический мод для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появятся магические вещи, в том числе и магический верстак. Чтобы его активировать, вам понадобится поставить его в середину, а рядом с ним поставить такие книжные столы, после чего ваш верстак активируется. Также мод добавляет новые оружия, например, такой белый топор, вот. Лук, который может стрелять бомбами или обычными стрелами, или огненными стрелами. Дальше мы добавили такой суперский меч, он просто огроменен. Также в моде есть огненный меч и меч VIP. Он такой черный и довольно много наносит урона. Но его можно создать только в режиме креатива. Также мод и приносит новых мобов, которых вы можете заспавнить в режиме креатива или найти в режиме выживания. Первый моб это у нас Кинг-Конг, сделанный из обсидиана. Да, он прямо сделан из обсидиана, но, к сожалению, это просто замена обычного зомби, и у него нет звуков. Как видите или слышите, сейчас вы слышите звуки зомби, но он может нас даже в режиме креатива подкинуть вверх или довольно сильно ударить. Это у нас такой дождевой дракон, я не знаю, должен ли он обитать в воде, может быть, это просто баг, но, наверное, он должен обитать в воде. Но здесь есть и теневой дракон, который при появлении дает нам эффект, и он будет, да, он будет летать. Сейчас я его найду. Вот он вроде. И давайте возьмем еще одного какого-нибудь моба, которого мы потом посмотрим. Вот такой теневой дракон, который нам дал эффект, и куда-то вдали он улетел. Это у нас идет такой гигантский муравей, который дает нам, к сожалению, слепоту. Да, вот такой он коварный и большой, и победить вам будет его довольно сложно. Но все же победить его можно с помощью каких-то там читерских оружий или с помощью оружия, которое вы добудете в обычном мире. Ну что ж, давайте подлетим к Кинг-Конгу и посмотрим, что он там делает. А делает у нас ничего. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.